Сегодня мужская кухня. Мы готовим мойку. Берем крупный помол кукурузы, перемалываем ее в супе до фракции среднего и мелкого помола, чтобы можно было хорошо обвалять мойву. Берем мойву, мы ее валяем в кукурузной муке и выкладываем на сковородку. Маленькая фишка или лайфхак. Мы делаем все это на топленом масле. У нее получается очень вкусный сливочный такой привкус у жареной мойвы. Всем хорошей кухни. Всего доброго. До свидания.